К другим темам. В Домодедовском районе Подмосковья перевернулся рейсовый автобус. В салоне находились 29 человек. Данные о пострадавших разнятся от 12 до 16 человек. Вот что нам рассказали в МЧС. 16:50 в оперативно-дежурную смену ЦУС главного управления МЧС России по Московской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с общественным транспортом по адресу Московская область, городской округ Домодедово, трасса А107. Автобус следовал по маршруту город Москва, город Ижевск. В результате того, что водитель автобуса не справился с управлением, произошло его опрокидывание в кювет. В результате ДТП движение на этой дороге затруднено, объездные пути имеются. На месте происшествия возгорания разлива топлива нет. В автобусе находилось 27 человек, в том числе двое водителей. Предварительно есть пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП привлекается 35 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России, 9 человек и 3 единицы техники.